соревнования проводятся для самых маленьких, в основном, деток, которые еще за город не выезжают на другие, ну, там, соревнования. Они отбираются здесь у нас на всеукраинские соревнования, на чемпионат Украины. Получается, идет как отбор. 25-30 будет ровно у нас чемпионат Украины по 2003 и моложе. Вот лучшие девочки поедут на эти соревнования, и мальчики.